В Минстрое Республики Татарстан заявили, что спрос на покупку недвижимости с инвестиционными целями начал восстанавливаться после весеннего спада. Ряд игроков рынка заявили, что доля таких сделок превысит прошлогодние показатели. Подозреваю, что этот ажиотаж не будет снижен в ближайшее время, что будет только способствовать росту цен на недвижимость и не будет позволять этим ценам снижаться. Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ильшат Гимаев сообщил, что в республике начал расти спрос на приобретение как жилой, так и нежилой недвижимости с инвестиционными целями. Ажиотаж на рынке недвижимости связан, во-первых, с отсутствием иных безопасных, надежных с точки зрения инвесторов способов вложения сбережений, а во-вторых, с тем, что кредиты, ипотечные кредиты снова стали относительно доступными в связи со снижением процентных ставок. Всплеск интереса к недвижимости у инвесторов, по словам экспертов, фиксировался в первом квартале 2022 года. Сейчас он несколько снизился, однако интересные предложения были. А те, кто не хранил деньги на счетах в банках, приобретали недвижимость по привлекательным ценам за наличные. Амир Ахтямов, Универньюз.